Недавно в интернете разлетелось видео, на котором хлеборазвозчик уронил несколько булок, собрал их прямо с земли, а затем отнес на прилавки. Инцидент произошел возле магазина «Николаевский», для которого и предназначалась эта партия. Офигенно, а вот потом на прилавке. Девушка, которая снимала это видео, отказалась комментировать ситуацию. Внятного диалога с пиар-менеджером сети магазинов «Николаевский» у нас тоже не получилось. Они в духе МВД записали видео-ответ сами. Искренность это или театральная постановка, решать вам. Если вы внимательно посмотрите видос, вот этот, который мы выложили, там говорится о том, что хлеб пришел от стороннего поставщика. Сторонний поставщик – это не мы не, ну, это не наш хлеб. Этот хлеб собрал, обратно положил. Вытащил я, магазин занес. Еще кто-то, какая-то женщина зашла, спросила, говорит, вы тот хлеб принесли или нет? Я говорю, нет, другой. А куда делся тот хлеб, который уронили? А, которого уронил обратно на базу, у нас по инструкции. Интернет-общественность во мнениях о случившемся разделилась. Некоторые к ситуации отнеслись с терпимостью, мол, не поваляешь, не поешь. Других же возможность есть хлеб с земли сильно возмутила.